Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и это внеочередная серия моего прохождения. Решил я вернуться к первой части Гран-Туризма, ибо обещал вам давным-давно, что когда-нибудь запилю прохождение лицензии на золото. Поэтому возрадуйтесь, те, кто желал этого, те, кто хотел посмотреть на то, как я буду мучиться в прохождении лицензии на золото. Перед вами лицензия класса Б, пройденная мной на золото примерно за 4 часа. Я решил, что комментарий в лицензиях излишний, поэтому я сейчас умолкаю. И услышимся мы с вами снова в конце видео, где подведем некие небольшие итоги. Приятного всем просмотра!
Thank you.
Вот так вот была сдана мною лицензия класса B на золото. Надеюсь, что вам понравилось. Еще раз посмотрим вот времена золотые. Где-то тютелька в тютельку, где-то удалось чуть побольше снять золотого времени. Ну, в целом, в принципе, лицензия B не так много нервов отобрала у меня. Самый выматывающий такой этап был задание. Это четвертое, на Сильвии пройти поворот на Deep Forest. Вот там действительно я на него почти половину времени от всего затраченного потратил. Ну что же, давайте теперь полюбуемся на нашу честно заработанную машину за золото. Ну, собственно, вот она. Это Chrysler Concept Car. Вот такая вот машинка. Ну, не сказать, что очень уж она хороша. Я как-то уже высказывался о ней, что ничего в ней, в общем-то, особенного нету. Просто, что сам факт вот, добиться этого, чтобы ее дали, в общем, ради удовлетворения собственных амбиций. Вот следующая машина, которую дадут за лицензию класса А, она будет гораздо интереснее, чем эта. Это будет Nissan Nismo 400R. Конечно, ее и заработать будет сложнее, но зато и приз того стоит. Ну а венцом всего этого будет Toyota TRD 3000. Про нее я тоже вам рассказывал, что мне, собственно говоря, ее так и не удалось ни разу заработать. Вот, и дают ее за лицензию класса А International. Ох, чувствую, придется упарываться ради нее очень сильно. Но постараюсь, конечно. Но это будет только после того, как сдадим лицензию класса А. Она будет у нас следующей. И теперь у меня к вам будет небольшая просьба. Вы, пожалуйста, под этим видео напишите, понравился ли вам вот данный формат, то есть видео без комментариев. Я чуть в начале, да, говорю, в конце мы подводим итоги, а непосредственно сам процесс сдачи лицензии идет без комментария, чисто видео гоночное. Понравилось ли вам? Если нет, то пишите, хотели бы вы, допустим, чтобы следующую лицензию я записал как-то, ну, в ином формате, с комментариями. Вот, напишите, пожалуйста. Ну, а сейчас давайте прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Собственно, вы сами меня просили это дело записать. Ну и я, конечно же, сам тоже хотел. Вот. Давно у меня такого челленджа не было. Вот. Так что подписывайтесь обязательно на мой канал, комментируйте и ставьте лайки, если вам понравилось. С вами был, как всегда, Скудер. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.